Друзья, доброго здравия! С вами Майтрея Тимукта и наше чудесное общение через видео. Я благодарю каждого из вас за то, что вы есть. И это состояние, оно искреннего счастья. Мы продолжаем делать наши сессии ежедневно. Эти сессии — наполнение любовью, соединение с источником, гармонизация, счастье. Ведь, по сути, каждый из нас — это гораздо нечто большее, чем тело. И это называют духом, жизненной силой, животворящей силой, божественной энергией. То, что наполняет. Даже вчера, изучая то, как происходит, получается, что волна идет извне. Да, и мозг, и ДНК, и тело в целом являются приемниками. Приемниками знания, приемниками вибраций, приемниками частот. И очень важно, чтобы этот приемник был настроен на гармоничную частоту, на частоту любви, счастья, осознанности, благости. И в этом состоянии происходит чудесное исцеление. Почему, например, работают матрицы Гориаева или медитации, да, вот бинауральные волны, да? То есть это все помогает настроить наше тело, наш мозг, наше ДНК на благость, на счастье, на гармонию. И в этом состоянии происходят чудесные изменения. Я вот даже за собой заметил. Что происходит? Происходит, можно сказать, осчастливливание, происходит гармонизация, происходит чудесное преображение. И в этом состоянии любви и счастья происходит, ну я бы сказал, действительно связь с Богом, связь с Единым, связь с Абсолютом. И именно это мы и делаем в наших сессиях, потому что меня многие спрашивают, а что там за технология, что вы делаете? Я говорю, это не какая-то техника, да, это способность быть сонастроенным. Сонастроенным в этом состоянии единства. И это состояние дает гармонию, радость и счастье. Это состояние дает любовь, бесконечную любовь. Любовь в самом ее широком понимании, безусловную любовь. Состояние гармонии, любви, осознанности. И в этом состоянии на самом деле происходит чудо. Потому что я вот замечал, что многие люди, они, ну, происходит страх, происходит болезни, да, то есть горе. Почему? Потому что все очень, как бы правильно сказать, идет не во благо. И состояние благости – это вот сонастройка с Высшим Я, с Абсолютом, с Единством. В этом состоянии происходит гармония, любовь, счастье и абсолютное состояние близости и покоя. Поэтому я приглашаю вас в путешествие, в осознанность, в гармонию, счастье. Ведь каждый из нас – это, можно сказать, сосоздатель, да, то есть мы получаем сигнал определенный, да, и вот то, что мы называем кармой, это по сути то, как мы сонастроены с этим сигналом, то, как мы содействуем этому, соединяемся. И это состояние настоящей любви, счастья, соединенности. И это путешествие как вглубь себя, так и путешествие соединения с источником. Поэтому, друзья, я всем желаю счастья, любви, гармонии, осознанности. Приглашаю вас в Академию Счастья на наши чудесные сессии. Мы их проводим в Зуме, и также можно присоединиться лично. Приезжайте в Дахаб. Здесь мы делаем множество практик. Можно отдохнуть и душой, и телом, исцелиться, набраться энергии и почувствовать самого себя. Практики в горах, уединенные, практики совместные для познание себя, для взаимодействия с природой, с другими людьми. И моя цель – это создание автономного пространства там, где каждый может что-то внести и что-то взять. Гармоничное племя, наполненное любовью и счастьем. То есть моя миссия – это создавать пространство для преображения, для исцеления, для гармонизации, для просветления. По сути, это я и делаю. И пришла идея даже делать это с помощью музыки. Мне так понравился Ecstatic Dance и как ребята его проводят. Вот даже, то есть никакого шума, а просто в любом месте на природе. Микшер, радио и радионаушники, и танец на природе с самим собой, соприкосновение со стихиями. Поэтому им тоже посылаю лучики любви, счастья, гармонии во благо и чудесного дня, друзья. Приезжайте в Дахаб, приезжайте в Академию Счастья для соединения, сотворчества. Благодарю вас и желаю чудесного дня. Во благо.